сегодня утром я пошел в автошколу. Нет, изначально я поискал автошколу в интернете, нашел ближайшую к дому. И сегодня утром пошел в нее и записался. Мне нужно было дать слово Володе, чтобы пойти в автошколу и 5 лет этого ждать. Было здорово. Но лучше было, когда я вышел оттуда и понял, что я уже где-то там расписался.